Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Монг. Проходим «Ходячие мертвецы» финальный сезон с первого эпизода. И, как вы помните, в прошлой серии мы оказались в каком-то лагере, так скажем, молодых людей. И нам надо найти Эйджоя. Предводитель этих ребятишек сказал нам идти на музыку, что мы, собственно говоря, и делаем. Пойдемте поищем. Заодно и осмотримся, что у нас тут есть. Да. Так, цветы. These look nice. Какие цветы красивые. Пусть и не настоящие. Фейк. Искусственные цветы подобрали. Интересно, зачем? Ну, наверное, скоро мы об этом узнаем. Nope. Нет, кажется, музыка доносится с этого этажа. А, да? Ну, ладно. На этом этаже у нас только вот сюда еще можно пойти. Маленький ублюдок! Эй, эй! Хорошо, что ты проснулась. Твой малец укусил меня. Ему повезло, что я не дала ему с ноги. Не может быть, Эйджей никогда бы так не сделал. Говорю тебе, еще как сделал. И ты смеешь говорить, что не веришь мне? Да пошла ты! Какая маленькая дрянная девчонка. Ишь ты, кусили ее. А вот и Эйджей. Клем! Ты в порядке? Не надо так так, блин. Пощекотать. Я в порядке. А знаешь, что сейчас появится? Что, щекотун? Эйджей, послушай меня. Та девочка сказала, что ты ее укусил. Это правда? Я уверена, она не хотела тебя пугать. Прости, что так вышло. Она подкралась ко мне, я не хотел делать ей больно. Я знаю, что не хотел, но больше никаких укусов, хорошо? Больше никаких укусов. Ты жива, это хорошо. Watch the kid for you. Приглядь. My name is AJ. Excuse me. I watched AJ for you. Hope he didn't cause you any trouble. Надеюсь, он не доставил неудобств. He was a bit of a handful. Он не подарок, конечно. But I got off. Но я еще легко отделался по сравнению с Руби. AJ doesn't like people coming up behind. AJ не нравится, когда к нему подкрадываются. Никогда так не делай. Loud and clear, little man. Понял тебя, дружок. Thankfully, к счастью, мне удалось успокоить его своей очаровательной музыкой. I'm Louis. Я Луис. Clementine. Клементина. Oh, yeah. А, totally да, forgot. Совсем забыл. Марла наставила тут где-то твою сумку. Don't worry, I've got it. Расслабься, я поищу. А вот и сумка наша. О, тесак. В дамской сумочке. Бейсболка и пушка. Он знает, что это такое? Он грязный, почисти его. Может быть, позже. Там ему самое место. Черт, добром это не кончится. Is it actually loaded? Yes.
Он заслужил мое доверие. Но он еще малыш. Да, малыш, который умеет стрелять. Что ж, вы определенно стоите друг друга. А ты как думал? Ты больше ничего не знаешь? Ну, есть одна песня. Но ты вооружена? Давай уже и сыграй нам. I love that song. Dreadful sorry, Clementine. Light she was and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. What do you think, AJ? Что думаешь, AJ? Не знаю, оно шумит. Не всегда. Нажми на эту клавишу. Давай, Эйджей, жми. Теперь нажми эту. И эту. Да у тебя талант. Эй! Ты не видел? Нет. Черт. У нас тут небольшая проблема. Неприятно тебя просить, ты же только очухалась, но нам бы пригодилась твоя помощь. Готова завалить несколько зомбаков? Твоя помощь тоже пригодится, Луис. Собирайся. Ладно. Что же там случилось-то? Сейчас узнаем. Субтитры быстро бегут, не успеваешь иногда читать. Но это... Рози, где она? Чтоб ее? Ты оружие вернул? Хорошо, но тебе понадобится, если ты с нами. У нас там отряд охотников застрял и не может вернуться. Им нужна помощь. Многовато мертвяков стало в последнее время. Как будто что-то привлекло их внимание. Даже не знаю, взрыв может или авария какая-нибудь. Ви. Что? Слушай, я не думал, что все так сложится. Мне жаль, если из-за меня у вас проблемы. Привет, Клементина. Я Вайолет. Рада знакомству. Ты все слышала. Так, с мальчики и девочки, гости на подходе. Ну давай. Будь осторожна там. Не обращай внимания на Вайолет. Вы полайте, обещаю. А это ножка стула. Я ее зову агент Стулли. Пойдем. Вот так вот, это субтитры, когда быстро бегут. Это болезнь многих игр. Вот что я хотел сказать. Но мне не давали. Ну да ладно. Не будем отвлекаться. Сейчас будем помирать. Клем, монстр! Так. На! Тварь поганая. Давай, бей его. Ого, неплохо, Клементина. Но можно и поизящней, конечно. Смотри и учись. Эй, сюда, за мной. Нормально. Вот так у нас справляются с ходячими. Тут целая куча ловушек для этих додиков. Они все отмечены, так что смотри в оба. Блин. Так от того-то я не успею. Да давай же бей уже, блин. Как так? There's a whole bunch
bunch of traps laying around this area for these asshats. They're all marked, so keep a lookout. Ну кого первого, блин, херачит? Все, а тот уже на подходе. Ох ты ж мать твою! Да. There's a whole bunch of traps laying around this area for these asshats. They're all marked, so keep a lookout. К черту ловушки, блин. Опять? Что бы у вас, а? Да их там до хрена, ёкарный бабай. Тихо, тихо. Бегать-то нельзя. Ну этого я долбанул, а тот меня сейчас нападет. Это не очень у меня получается. Да. Может, без ловушек как-нибудь обойтись? Или их не всех надо ловушками херачить? Иди сюда, Чиполлино. Чиполлино не сынок. Бегать тоже здесь нельзя. Ребята, идите в жопу, а? И второй-то подходит, ёлки-палки. Что я не так делаю? Я не понимаю. Честное слово, блин. Тут меня схватит, и этот тоже. Вот так, давай, гаси их. Фу, капец, пока разберешься. Вообще жесть. Сто раз сдохнешь, блин. Прям как в Секиро или в Dark Souls. Добьем этих ребят. Не хватало еще, чтобы они других ходячих к школе подманили. Да ладно, а. Дерьмо собачье. Согласен. Ненавижу эту... Опа! Опачки. Мать твою. Иди нахер. Иди нахрен, собака. Собака? Я сказал собака, и прибежала собака. Ух ты ж, ёкарный бабай. Хорошая девочка. Ладно, ладно, тише, тише, девочка, все в порядке. Я смотрю, вы с Рози друг другу понравились. Был у меня случай с собакой. Что ж, Рози может тебе помочь. Она ж такая ласковая, в смысле, когда не рвет на куски ходячих. Это
входящий выскочил, словно ниоткуда. Ладно, повеселились и будет. Айда внутрь. Я, блин, с голоду подыхаю. Не ты один. We're gonna have to scout out further if we want food for the winter. We'll talk about it later. Bullshit. We should talk about this right now. I said later, damn it. Still standing, I see. I call that a B-plus performance there, Vi. You've done better. Fuck off. B-minus, then. Now, Clem here. That was a solid A. A-plus, even. Don't be jealous, Vi. You kicked ass, Violet. A plus. I know. You're both delusional. Да, ребят, я, наверное, не буду субтитры читать, а не говорю, иной раз так быстро пробегаю, что просто не успеваю. А это, ну, некрасиво получается, когда не успеваешь прочесть субтитр до конца. They're pretty good with the monsters. Come on, y'all. Food's made. AJ! Oh, shit. Yeah, you can't really walk up behind him. He's got a thing about that. Mm-hmm. A painful thing. He can't go around punching people in the... No one expected me to eat at the same table. I'll talk to him. Hey. Hey. What are you looking at? What's that bird doing? That's gross. He should stop. That bird's a crow. In school, they told us they're called scavengers. Can you see that? Scavengers. No. Scavengers. Scavengers. What's it mean? It means they don't hunt like us. They just eat stuff that's already dead. Huh. Scavengers are gross. Oh, yeah. I didn't mean to hit him. I didn't know that it was Marvin. Marlin. Right. AJ, I'm sure they'll forgive you, but we should go talk to them. But I don't think they like me. I can just tell. Короче, буду читать в определенных случаях. Well, let's try. Но для начала давай перестанем их бить и кусать. Он подкрался ко мне. Эй-Джей, послушай. Все последние дни мы ничего не ели. Машины больше нет. За стенами ничего хорошего нас не ждет. Одни ходячие. Ты в самом деле хочешь туда вернуться? Нет. Поэтому нам нужно извиниться перед Марлоном. Прямо сейчас? Ну, мы можем подготовиться. Давай сперва поговорим с другими. Помогите Эй-Джею завести друзей. Интересно, как, каким образом? Не думаю, что кто-то станет отдавать ему честь. Нормальный флаг с футболки. Ну а почему бы и нет? Что делаем, ребята? Привет. Клем, Эй-Джей, это Омар. Пардон, шеф-повар Омар. Привет, и сразу нет, еще не готово. Омар у нас перфекционист. Малейшая неточность рецепта, и он находит... Есть жратва, а есть нормальная еда. Вся разница в затраченном времени. Когда будет готово, я вам скажу. Ну, окей, окей. А нам-то жрать хочется. Аасим. Hello. Ау. Hello. Ау. Oh, hey. А, это вы двое. Привет, Клементина, правильно? Yep.
Верно. А ты Асин, да? Что пишешь? Описываю сегодняшние события, веду хронику. Это что-то типа дневника? Скорее учебник истории. Те, кто не учится на своих ошибках, все такое. Ты здорово разозлился на Марлона. Он постоянно сокращает безопасную зону. У нас останется все меньше мест. А ты знаешь, что у нас останется все меньше... Это не твой дневник, малец, отдай. И то, что тут просто лежал, Эйджей, верни дневник. Ладно. Спасибо. И здесь я только этому журналу могу доверять, скрытые мысли. Начинаешь ценить. Хочу закончить сегодняшнюю запись, так что не хочу показывать грубым, но пока. Показаться грубым. Блин, они то быстро летят, субтитры, то нормально, непонятно, короче. Пойдем вон с той девчонкой пообщаемся. Которая такая, да-да-да. Опа. Вон девочка, которую я укусил. Ага, хочешь с ней поговорить? В смысле, извиниться перед ней? Да. Она страшная, и кажется, будто она вечно злится. Ты справишься. Нужно лишь... Тебе стоит начать с шутки. Как рассмешишь ее, извинись. Ладно. Да. Тук-тук. Кто там? Апчхи, апчхи. Кто? Будь здоров. Извини, что укусил тебя. Ты прощен, маленький чудило. Не то слово. Ну все, молодец, пацан. Сиди, грейся у костра. Че? Кому еще подойти? Вот, с ним мы еще не базарили. Собака такая, блин, боюсь таких собак, ужас просто. I'm not ready. Я не готов. Not yet. Еще нет. Okay. Хорошо. Let's talk to someone Поговорим else. С кем-нибудь другим. Пацан, камон, как ты не готов-то? С кем еще можно поговорить? Может, вон еще. Вроде со всеми поговорили же уже. А он все не готов и не готов. Так, привет, что делаете? Hey. Привет. Hey. Привет, новенькая. I am. Да. Я оружие вырезаю. Ага, я вижу. Здорово выходит. Ха, нравится тебе, малой? Хочешь увидеть, какое он крутое? Хочу. Не слабо, а? Вот так надо надирать жопу всяким монстрам. Как грубо. Извини. Ну чё, все, вроде со всеми поговорили-то. Никого же больше нету. Теперь ты готов? Блин, он так медленно бегает, капец. Вот этих зомбаков убегал, а вон еще двое. Hey guys. Привет. What is this? Что это? Our graveyard. Наше кладбище. You guys still do that? Вы все копаете могилы? Kinda, sorta. Типа того. So, а кто здесь лежит? Nobody really. На самом деле никто, мы тут зарыли вещи сестер Тена, Мини и Софи, потеряя их примерно год назад. Дань памяти. Should we do that too? Нам тоже так сделать? Maybe. I've never seen anyone do that. Yeah. Да, я думаю, это очень хороший жест, Эйджей, давай. Мы что же цветы подобрали там искусственные? Thank you. Спасибо.
Клем? Клем? Yeah? Да. I'm ready. Я готов. To talk to Marlon. К разговору с Марлон. Okay. Хорошо. Ну, пойдем, раз готов. Поговорим с Марлон. Марлон. Клементин, right? Клементина, верно? Я Броди. Славный паренек. Figured there ain't a lot of room for sweetness still out there. I'm the lucky one. Мне просто везет, а он одаренный. Naturally good. Одаренные такие редко встречаются. Прости, что ударил тебя, правда. Пожалуйста, мы можем остаться здесь и пойти ужинать, а не идти в лес обратно к монстрам. Не переживай, малец, я прощу тебя, если научишься меня так бить. Ты прям настоящий тяжеловес. Клем, эй, Джей, жаркое готово. Так или иначе, ну, остаетесь, короче. Пошли хавать жаркое. Ну а что, мы заслужили, помогли же все-таки мертвяков перебить. Как-никак. Дамы и господа, кушать подано. Спасибо. Ух, я и не помню, когда у нас последний раз был горячий обед. Просто сказка. Да. Пацан вообще наворачивает. Хватит! Where are your manners, AJ? Good night. Доброй ночи. Good night. Доброй ночи. Клем. Клем. Sorry, прости, дружище, уверена, sure они дали столько, сколько смогли. AJ, внимание. I'm full, kiddo. Я наелся, малыш, можешь доесть. You sure? Ты уверен? You bet. Конечно. I'm all done. Я закончил. Me too. Да, я тоже. Now what? Что теперь? I'll tell you what. Сейчас расскажу. Time for something. Надвигается нечто очень важное. Oh, God. Good Боже, night. Спокойной ночи. Violet, it's time. Violet, пора. What's the game tonight, Lou? Так что за игра у нас? War. Пьяница. The oldest game around. A game played by man and beast alike. The only game there is. Sounds fun. Отличная идея. Как это делается? It's easy. Everyone Все gets просто. Cards. Everyone flips one over. Highest card wins. У кого карта старше, тот и победит, получает... Чего получает право? Что? Я хочу побольше узнать о тебе. Мы все хотим. А что если выиграю я? Тогда ты задашь нам вопрос. Все честно. Стоп, а что с AJ? В смысле, что? Кажется, у него появился друг. Пока мы играем в карты, можешь расслабиться. Спорю, вам обоим не помешает чуть-чуть отдохнуть друг от друга. Он никогда еще не встречал ровесников, ему пришлось срочно взрослеть, так что детство он толком и не видел. Приятно увидеть, что он может побыть ребенком. Льюис, начнешь? Ну давай, кто там пьяницей у нас будет? Что там 5-3? 5-5. Ура мне. So about AJ. AJ. Where are AJ's parents? Где его родители? You two don't really look related, so. Вы не похожи на родственников. What happened there? His dad was killed by Его папу asshole. Убил один урод. And his mom? А мама? Long story. Это длинная и грустная история. Hey, I win. Да, я выиграла. Hey, you do. Так и есть. Ну что хочешь узнать? What do you want to know? Что Marlon? У тебя с прической, Марлон? Oh, ты гляй. В смысле? She means it looks like a dead cat. Он думает, что у тебя Probably на башке дохлая like кошка. Дохлая и вонючая.
Я круто выгляжу. Как скажешь. Я круто выгляжу. Хватит гнать. Да вот так вот. Ну давай. Ну же, спрашивай. Ну, тебя, ну, у тебя был парень? О боже мой. Что? Такое случается. Самый обычный вопрос. Я не знаю, был у нее парень или нет. Скажу, не было. Ни одного. Ни одного не было. Я не проходил прошлые сезоны просто. Я выиграл. Клем. Не верю, что ты была одна все это время. Кто о тебе заботился? Родственники? Ли был первым, кто научил меня выживать. Чему тебя научил? Много чему. А чему самому важному? Он научил меня, говорит, прощай. Не знаю, правильно отвечаем ли. Я снова выиграл. Все верно, спрашивай. Так. Блин, это одни и те же вопросы. Встречали тут знаменитостей? Нет. Жаль, ведь казалось, какая-нибудь кинозвезда или типа того должна где-нибудь тут быть. У них миллионы долларов, они бы живут в каком-нибудь бункере с дворецкими. Да, наверное. Я знала парня, который играл в бейсбол. Ну, за деньги. Круто, я когда-то любил бейсбол. Хорошо играл? Не знаю, мы так и не сподобились сыграть. Но с битой он обращаться умел. Бейсбол отстой. Сама-то отстой. Но не такой, как бейсбол. Победа за Вайолет. Вот вопрос, который люблю задавать в компаниях. Кто из нас четверых, по-твоему, помрет раньше всех? Ты даешь мне такие вопросы, блин. Кто-то из вас, но точно не я. Какая самоуверенность. Я умею выживать. Как и мы. Что за дурацкие вопросы-то задаешь, блин? Я лучший картежник всех времен. Задавай уже свой чертов вопрос. Ты когда-нибудь... нет, забей. Что? Спрашивай давай. Это вопрос не из приятных. Спрашивай. Ты когда-нибудь убивала того, кто был тебе дорог? Луис. Эй, она хотела меня спросить. Моего друга Кенни. Что случилось? Почему, ну, тебе пришлось это сделать? Его сердце было разбито, и он так и не смог его чинить. Поверь, я оказал ему услугу. Думаю, с меня довольно игр на сегодня. Да, пожалуй, так будет лучше. Ты сам предложил спросить? Пошли, Эй-Джей. Да, спокойной ночи. Спокойной ночи, Эй-Джей. Длинный денек, да? Да, очень. Я надеюсь, ты понимаешь, что Луис не хотел тебя бить. Он просто величайший в мире кретин. Он мой лучший друг. Поэтому я имею право его так называть. Отдохните, поспите, почувствуйте себя людьми. Найдите меня, как проснетесь, обсудим вариант. Мы можем спать? Можем поговорить. Пошли спать. Какое-то все надо правильно сказать. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет.
That looks like a really safe window. Окно выглядит действительно надежным. Это так. Good. Хорошо. This box has so в этой коробке colors. Столько цветов. Well, must have похоже, been здесь жил художник. What's an artist? Художник? Кто это? It's like это тот, кто много рисует, пишет draws, картины. Does pictures. You mean like Tin? Как Тен, да? Yeah, like Tin. Ага, как Тен. Мне тоже нравится рисовать. Давай порисуй, мамой. Ой, блин, не знала, что Марлон определилась сюда. Хотела взять кое-что из шкафчика. Да где это? Ага, что? Вот это я искала. Вещь Софи. Ну, сестры Тена, он просил еще принадлежности для рисования, хотела... Ой, прости, мы не знали. Нет-нет, все в порядке, не беспокойся. На самом деле, эта коробка собирала тут пыль целый год. Если AJ хочет поиграть с ними, то пусть играет. Да пусть поиграет пацан. Чего такого-то? Okay. Блин, Тен будет разочарован. Ой, ну ладно, у него есть карандаши. Ага, как вижу, ты обустраиваешься. Да, ты не против? Не против? Конечно, не против. Эта комната мне всегда нравилась. У Софи на стенах были картины и все такое. Красочно так. И Минерва очень музыкальная. Не как Люис, конечно, у нее настоящий талант. У нее был прекрасный голос, самое то для блюза. Марлон всегда шутил, что найдет гитару, и они вдвоем будут давать туры по стране. Это было так давно, когда они потом Броди и Тен сняли все картины, и магия закончилась. Не стоило рассказывать воспоминаний несприятных. Я, кажется, так осталось не так, что не против, что мы тут остановимся в их комнате? Нет, я не прочь. Ну да, я даже рад на самом деле. Хорошо, что они живут. Так бы пустовала, да пыль собирала. Что с ними случилось? Софи с Минервой? Они отправились за припасами с Марлом и Броди за пределы безопасной зоны и не вернулись. Бывает. Да уж, бывает. Честно говоря, мне тут особо не с кем поговорить. Многовато тут парней. Такая обстановка мне не слишком по душе. Ну, я не особо приветливая, понимаешь? Я знаю, что иногда веду себя излишне грубо. Ага, я тоже. Мне редко удается произвести приятное впечатление при первой встрече. О, понимаю. Смотри, Клем, я теперь художник. Неплохо, малыш. Мне пора возвращаться. Радуй красками, дружок. Пока. Да, пока. Все, Элвин младший, пора в кроватку. Хорошо, вот. Это для меня? Для стены. Украсим наш новый дом. That's a good idea, AJ. Классная идея, AJ. How about может, повесим here? Здесь? AJ? AJ? Куда он слинял? Опа. Hey there. Эй, what ты что там doing? Делаешь? Я тут спать буду. Чего? Так не пойдет. Тут внизу безопасно. Им до меня не добраться.
Эй, Джей, ты чего? На кровати лучше. Ого, какая тут уютная кровать. А дверь? Вдруг кто-нибудь войдет? Вдруг они попробуют нас обидеть? Я буду сторожить. Один глаз спит, другой бдит. Так спать не получится, я пробовал. Здесь меня никто не найдет, а я буду следить и охранять тебя. Я защищу нас. Да что на тебя нашло? Правда, пацан. Эй, Джей, послушай, все будет в порядке. Попробуй поспать на кровати. Она мягкая и теплая, тебе понравится. Давай, малыш, ты че на полу спать собрался? С ума сошел, что ли? О, эта кровать очень мягкая. Как я и говорила, она очень-очень мягкая. Спокойной ночи, Эй-Джей. Клем? Тут мило, я рад, что мы нашли это место. Me too. Да, я тоже. Ну вот и утро. He's gonna let us stay, right? Он разрешит нам остаться? I guess we're gonna find out. Думаю, мы это выясним. Давай поищем его офис. Я знаю, куда идти. Пойдем, покажу. Up here. Наверх. Come on, Clem, this way. Ну же, Клем, сюда. Hey, AJ, эй, AJ, погоди. Тен здесь. Привет. Привет, Теннесси. Что это вы тут делаете? Я искал другие карандаши, а тут вообще никаких нет. Кто эти ребята? Они пожарные. Это полицейский. Он всех спасет. А что они делали? Они нас защищали. А где они сейчас? I've never seen one before. They're still out there. Они еще где-то остались. Может, когда-нибудь ты их встретишь. Было бы круто. Да, очень круто. А теперь отдай. И... Нет, он мой. Эй, а ну отдай. Нет. Ты даже... Ладно, ладно, хватит уже. Вы двое. Да верни ты игрушку, пацан. Это мое, а вот и нет. Ладно. Спасибо. Знаешь, где Марлон? Не знаю, наверное, он где-то рядом. Могу поискать. Было бы неплохо, спасибо, Тен. Смотри. Эй, что ты там нашел? Фото Марлона и Луиса. Они такие маленькие. Ух ты, оказывается, они давно друг друга знают. Ух ты, кто там, блин? Марлон? Собачатина. Не приближайся. Песик, угомонись, песик. Эй, какого черта? Все в порядке, девочка, тихо. Ты сказала, что собаки напоминают тебе о чем-то. Прости, я не знал, что ты их так боишься. Но, честное слово, Рози добрее, чем выглядит. Да я тоже таких боюсь. Сидеть, девочка. Видишь, она безобидна. Главное, чтобы она к тебе привыкла, и все. Вот, смотри.
Do you trust me? Ты доверяешь мне? Rose. Ну ладно. Давай попробуем. Okay. Ладно, наверное. Get down on her level. Опусти к ней, дай себя вот понюхать. Все в порядке, она не обидит. Вот так, теперь свистни и прикажи ей лечь. Лежать, Рози. Да уж. Это так круто. Видишь, ничего сложного. Да, мне даже понравилось. Теперь Рози тебя знает, она хорошо выдрессирована. Когда здесь все работало, ее хозяином был директор. Но когда мир покатился к черту, он убежал, как все взрослые. Нас бросили здесь, оставили выживать. Ого, ну и урод. Но это еще мягко сказано. Короче, теперь тут только мы. Хорошо бы вы с Эйджеем тоже остались. Вы многое умеете, это нам пригодится. Вот, взгляни. Вот наш текущий план по добыче еды. У нас заканчиваются припасы, прокормить всех в школе становится труднее с каждым днем. Что за ловчий район? Охотничьи угодья или типа того? Луис установил там несколько ловушек. Они с... Са... блин. Асином или как вот он? Теплица? Ах, да. Особо не обольщайся на ее счет. Мы хорошо за ней ухаживали, там росли овощи. Но там все заросло, и ухаживать стало просто нереально. Теперь мы держимся тут подальше. Чего там еще есть? Лес. Я не знал, что вокруг этого места сплошные леса. Они-то и помогали нам избегать ненужного внимания. Ну, побольше счастья. Это единственная дорога, которая ведет в Эриксон. Если сойти с нее, то рано или поздно... Раньше дорогу в школе можно было найти по знакам, но я их все снял. Хотелось скрыть это место от чужих глаз. А там что? А тут мы рыбачим. Тут хижина, где мы храним всякое. Прямо у реки. Там, в общем-то, безопасно, разве что ходячие изредка забредают. Вы и Броди скоро туда пойдут. Там вокзал, под полом был огромный тайник с продуктами. Это где ты разбил машину? Думаю, там уже ничего, нечего ловить. Когда мы нашли вас, я понимаю, здоровенные столбы дыма. Когда мы подняли шум, ходячие набились туда толпой. И еще, видишь красный контур? Да, внутри безопасная зона. С годами она уменьшается, а с ней запасы еды. Так почему не пойти дальше? Да не можем мы. Когда-то выходит за предел безопасной зоны, случается какая-нибудь хрень. Кто-то умирает, пропадает. Мне бы очень пригодилась помощь, Клементина. Заботиться об этих ребятах нелегко. Боюсь, что если я срочно что-то не придумаю... Если не решу вопрос про питание, я больше не хочу никого терять. Понимаю, я знаю, каково терять друга. Да, а я вот знаю, кого потерять 30. Что? Блин, прости. Просто по-уродски получилось. Все ждут, что для них я что-то сделаю, буду вожаком, который им нужен. И я хочу стать таким для них. Вы с Эйджеем — это еще два голодных рта. Впрочем, вы можете помочь, раз уж вы здесь. А мы что-то можем помочь. Луис и Асим отправились охотиться на кроликов. Ну, во всяком случае, Асим пойдет. Луис, если честно, надеюсь, он хотя бы покажется. Вайолет и Броди пошли ловить рыбу. Надеюсь, они умеют работать сообща, и на них можно положиться.
И тем и другим пригодится помощь. Пошли на рыбалку сходим. Мы пойдем на рыбалку. Хорошо. Держи, не хочу, чтобы потерялись. Спасибо. Чтобы найти еду, нам понадобится все имеющиеся силы. Главное, не выходите из безопасной зоны. От вас будет мало проку, если вас порвут. Значит, мы можем остаться? А ты думал, я вас вышвырну? Может быть. Ну, пока у нас хватает еды, можете оставаться сколько хотите. Покажи им, Эй-Джей. Ладно, идем. Увидимся. Увидимся. Надеюсь, увидимся. Ну что, дорогие друзья, на сегодня мы прервемся и пойдем на рыбалку уже в следующий раз. С вами был Монк, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и удачи!